Действительно, это серьезное такое вовлечение в историю, да, и погружение вот в те моменты, потому что, когда читаешь литературу, ты все равно представляешь, фантазируешь, а здесь ты реально видишь людей, которые участвовали на эти события, и проживаешь это еще раз от рассказа уже непосредственно участниц. Дальше это будет еще больше оживать эти образы, про них думать. Но на сегодняшний день это очень важно.